Изучать не только глазами, но и руками. Прикоснуться к искусству автор полотен Ольга Хрисанова предлагает в прямом смысле этого слова. Все картины в этом зале не просто можно, а нужно трогать. Поэтому и выставка называется «Прикоснись к картине». Впрочем, это не просто выставка, это проект. Впервые подобные объемные полотна художник представила в 2014-м. Открывшаяся сегодня экспозиция – продолжение той идеи. Здесь образы синтетические. Я обращалась к историческим рельефам. Древнешумерские здесь есть воплощение тех, что вдохновлены историей. И российские, древнероссийские рельефы меня тоже интересовали. Техника смешанная. Это пенопласт. Там несколько слоев штукатурки, шпаклевки, краски. Все это с лаком, все это в несколько слоев делается. Это необычные картины. Созданные образы достаточно просты, цвета яркие, форма объемная. Мандарин, ну что такое круглый? Все сделано для того, чтобы изображения могли считать с полотна и незрячие. Ну а картины расположены невысоко от пола, для удобства детей. Консультантом выставки выступил Сергей Гринь. Он пережил полную потерю зрения, сегодня слабовидящий. Сергей уверен, что физическая возможность видеть картину не должна быть преградой на пути зрителя к ней. Подобные выставки нужны не только для слепых, слабовидящих, они нужны также и для зрячих. Я всегда говорю так, что мы не учим людей быть слепыми, мы просто открываем глаза, как бы это немножко абсурдно не звучало. Авторский проект Ольги Хрисановой – это тактильный опыт восприятия изобразительного искусства в стенах классического музея. Прикоснуться к картинам все желающие смогут в Художественном музее Сочи до 17 февраля. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.